Вчера была попойка, помню, там была и Ольга. С мужем прокурором напились. Я сначала так держался, но потом и я сломался. В общем, мы конкретно нажрались. Помню, Леха говорил нам, вроде в Питере на Невском видел настоящий НЛО. И чтобы не было сомнений, показал нам на примере, бросил все тарелки он в окно. Тетя Люда заорала, тот сервиз дала мне мама. Только Лехе было все равно. Обнял нежно он паркет, для него закончился банкет. Мишка с Гришкой стали рядом и ругались сильно матом, а потом вцепились они. Через 5 минут нормально пьем за Гришку, Мишка рядом, ведь они же братья-близнецы. Что-то очень рыжая, нечистая и бритая говорила нам про мужиков. Все ругалась, обзывалась, 2 часа она старалась, мы ее заткнули, будь здоров. Там была еще девчонка, в клеточку у ней девчонка, длинная, красивая была. Хорошо она держалась, выпивала, не ругалась, помню, мне понравилась она. Где-то около 8, 8 или все почти, и туман в глазах уже стоял. Помню, пили водку в баре, помню, в бане добавляли, прокурор весь выдохся, устал. Но я вел себя прилично, вырвал в урну на отлично, и опять все заново пошло. После, помню, я не очень, ночь и холод, между прочим, как фрагмент из старого кино. А на утро просыпаюсь в чужой хате, удивляюсь, а лишь записка на столе лежит. Да буду вечером не поздно, водка есть, пей, не бойся, юбка в клетку на дверях висит. Буду вечером не поздно, водка есть, пей, не бойся, юбка в клетку на дверях висит.